Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей. А темой данного обзора будет светильник из коллекции Pascal от производителя Mytoni. Это коллекция потолочных светильников. Предлагаются они диаметром 37 см и 47 см. А также цвет может быть вот такой черный с золотом или белый с золотом. С теми же размерами. У меня модель диаметром 37 см. Это часть из алюминиевого сплава шириной 3 см. Плафон из матового стекла с таким цветочным узором. Светильник на 3 лампы. Патроны Е27 из керамики. Максимально допустимая мощность потребления лампы 40 Вт. Лампочки приобретаются отдельно. Я использовал LED-лампы потреблением 6 Вт. А выдает каждая такая около 50. Включенным он выглядит вот так. Стекло немного приглушает поток света, или даже правильнее будет сказать, смягчает его. В целом светильник довольно неплохо освещает. К тому же LED-лампы можно будет устанавливать большей мощности, чем это сейчас у меня. Но здесь в таком случае возникает вопрос по размеру лампочки, так как внутри плафона места не сильно много. Я его сейчас сниму, заглянем внутрь. Вот так он выглядит внутри. Я использовал лампу в форме шара, допустим, классическая грушевидная, вот такая, высотой 11 сантиметров вместе с цоколем. Здесь точно помещается. Подойдет данная модель для площади до 10 квадратных метров. Крепится он плотно к потолку. Вот три отверстия для установки. Диаметр этой посадочной части у него 18,5 сантиметров. На этом у меня все. Кому понравилась данная модель, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока.